смотрите, меня пустили на территорию. Сейчас мы ждем адвоката последнего, третьего. Но уже нагнетают обстановку и говорят, что если я согласна, то без него мы можем начать. Понимаете, но это незаконно и неправильно, поэтому я отказалась, я сказала, что начинать без адвоката третьего мы не будем. Вот, ждем третьего адвоката, сказали, судья злится, давайте быстрее, и ну как возможно начинать без человека, который защищает, да, вот Павла. Поэтому сейчас вот я держу оборону, не захожу туда, я говорю, что я против, и ждем адвоката, и будем начинать заседание. Да, какое оно может быть правомерное, если все делается, просто все нагнетается, все делается. Ну, я таких методов, я просто, смотрите, никогда с такими вещами не сталкивалась, работал мой супруг с этим совсем, но сейчас это коснулось меня, и вот как можно было даже в день, когда их арестовали, до 2 часов ночи, с 8 вечера до 2 часов ночи, мы не знали, где они, их катали по всему городу и прятали, да, вот от общественности, от людей, которые переживали за них, ездили точно так же от райдела к райделу. И в 2 часа приехать ко мне с обыском, домой, без документов, без решения суда. Ну, посмотрите, как это вообще изначально все делалось, поэтому что сейчас там... 11 месяцев, он грудной, я сейчас буду в зале суда выходить каждые 3 часа его кормить, мне его будут сюда привозить. Мне его будут сюда привозить под суд. И они мне сказали... Без решения суда, конечно, без решения суда. Они мне вообще сначала говорили, что они мне будут выламывать калитку разными способами, чтобы я открыла. Я говорю, я не знаю, кто вы, представьтесь, они откройте калитку. Понимаете, я все писала на диктофон, у меня все, все эти материалы, у меня все есть. Я эти все разговоры записывала. Очень, очень, очень... их мнение, что очень много белых ниток, очень много недоработок, просто масса. Это то, что говорят вкратце адвокаты. Первым, да, первым, потом Николай, а потом дальше я очередь не знаю, как там.